общем, я пошла посмотреть наполненность наших пляжей. Вон Черенгит тут. Смотрите, сколько народу. Желтый пляж, этот желтый флаг. Это значит, там волны. А я сегодня не пошла, увидела этот желтый флаг и не пошла. А я не люблю сидеть просто на пляже, я не могу. Мне надо плавать, мне так неинтересно. А так я не полезу. Это надо мне вам. Нет, коти нет, она уже ушла. Коти обстригла свои эти дреды, такая стала симпатичная. Как-то бы надо ее заснять. Не знаю, смотрите, сколько народища. И ты считаешь, что у нас еще половина? Половина пляжа вон там. Все. Видите, там разбито. Да, только еще камни натаскали. Вот, видите. Ой, там еще такая грязь какая-то. Вот этот шторм все время грязь притаскивает. Желтый флаг, это значит, ну как бы, не запрещено, но опасно. Сейчас покажу вам. Ну, вот такая там грязь вообще-то плавает. Ну, это вот так шторм все время притаскивает. Шторм вчера был страшный. Вообще-то у нас летом не бывает шторма. Вообще нынче какая-то странная очень погода. Нет, я такого не люблю. Нет. Сколько видится народу. Это Playa Finals, ну пляж не Финалс. Сейчас я пойду в центр вам покажу, что там. А в центре там вообще, наверное, жопа. Там же полпляжа нет. Хочу, в общем, показать вам, что у нас тут вот песок принесло. Ну, раньше здесь у нас глубоко было, вот, и сейчас такое там место для ребятишек можно, не глубоко. Ну, когда не будет что у нас. Ну, такое вот, когда спокойнее. Вот, здесь теперь с ребятишками можно ходить. А то у нас ведь тут было везде сразу раз и глубоко. Ну зато у нас тут вода всегда такая кристальная, чистая, прозрачная. Ну из-за того, что ну как бы далеко муть-то это не. А когда близко, ну, он говорят, в Валенсию там идешь, все по колено. Я такое не люблю, кстати. Что-то как плавать, если идешь и все по колено. Всем привет. Это солнечный Валера. Всем привет! У нас раньше этот проход был закрыт. И вот в один год его открыли, но потому что он сыпалось, тут было опасно. И сейчас его укрепили. Сейчас вот такой тунельчик тут. Кто опять тут погиб? Это вот они на скалах прыгают. Даже думать боюсь. Вот тут, вы знаете, как страшно, вот да, разобьет ведь об камни. А, говорят, они отсюда вот тут ползали, отсюда упали вдвоем. Два парня молодых. О, лучше очень думать. Господи, как тут люди не берегут свою жизнь. Ну и вот, вначале там в один год, это, по-моему, два года назад было, или даже три. Вначале туннель открыли, а потом уже вот тут восстановили. Ну тут потому что были перила, там перила сделали железные. Почему было закрыто? Ну потому что перила сгнили и было опасно, чтобы люди ходили. Сейчас все там восстановили. Сейчас я попытаюсь дойти до другого, до центрального пляжа и вам покажу. Ну вот я тут забралась. Смотрите, какой парашютик. Люди развлекаются там. Вон там купаются. Блин, это вот очень опасно.
Это на камне понесет и все. В общем, дальше куда мы? Я просто вам дорогу показываю. Ну, тут не страшно, идет все. Отсюда? Вверх. Ола. Идем вверх и все. Вот все, вверх и вверх туда. Так, смотрите, в какой я обуви хожу. Сразу скажу, ни шлепки, ни каблуки, это все очень опасно. Ходить, ногу подвернуть, можно вообще упасть. Так что мы дошли до самого верху. Так. Вот я на самом верху. Вот. Ну, просто вам дорогу показываю. Вот вы дошли до сюда. И хрена сейчас поди там закрыта. Ну ладно, вот мы вышли, здесь такая уже дорога, девочки тут идут, я за ними. Вот как раз к центру мы сейчас и придем, Лёрой Дамара. А так, это я уже эту дорогу знаю. Надо, я здесь была уже. Вот идти все дальше вниз-вниз, вот все по лесенке и не заблудитесь. Но виды тут шикарные. Вы можете здесь сделать селфи, видео, всякие. А какой здесь воздух, это вообще супер. Вот видите, здесь такой великолепный вид. Вот, посмотрите, какая же все-таки красота. Вот как раз я сейчас спускаюсь, вот там будет вот этот знаменитый красивый бар, где испанцы делают предложение своим будущим женам, невестам. Ну вот, мы дошли как раз до этого бара, так тихонечко тут спускаться. Хорошо, что там, конечно, мы поднимались, а здесь мы все спускаемся. Я думаю, что, скорее всего, это не самый красивый бар, а самый романтичный бар. Наверное, как-то неправильно перевели. Я бы перевела, что это просто романтичный бар. Потому что тут такая история у этого бара, что здесь делают предложения. И тут такие красивые виды, может, поэтому. Ну, мы будем сама себя снимать, чтобы народ не снимать. Некоторые не любят снимать. Ну все, я теперь дошла. Дошла. Сесть, чтобы тут передохнуть. Вот здесь сейчас немножечко посижу, передохну. Рыбки там есть, нет? Я рыбок не видно. Ну вот, я чуть-чуть отдохнула. Вот он этот бар. Это Лазурный берег. Ну не Лазурный берег, это Лёрой Дамар. И вот это морячка, видите. Морячка, морячка. Да. Я тут такой путь. Тут такой путь прошла. Ну, я думаю, я не буду болеть завтра. Ну, потому что я же не физическая работа с время. По лестникам туда-сюда хожу. Не должна заболеть. Фанальс — это второй был пляж, а вот это пляж Лёрой Дамара центральный, он вот тут. Центральный. Ну, я уже вечером пошла. Сейчас уже полседьмого. Я бы не сказала, что пляж пустой. Ой, там впереди очень много народу. Плюшки вон эти или ватрушки. Ну вот, смотрите, как это я тут снимала, тут воды не было. Вот, смотрите, все. Все вода. Видите? Все вода подошла обратно. Слушайте, нифига себе, здесь вообще никогда воды не было. Где дети вот там будет? Здесь был пляж. Ай, какая радость людям, это ребятишкам. Ребятишкам какая радость. Вот вспоминайте, тут всегда стоял Чиринегито. Вот в этом месте.
И все, теперь там вода. Никакого черенгита нет. Тут, кстати, вот не глубоко, тоже тут можно, когда спокойно будет, тут тоже можно с ребятишками ходить, на центральных даже. А как-то у нас везде тут очень глубоко сразу. Ну вот, посмотрите, люди нашли все равно выход из положения, вот они теперь тут сидят. Как бы люди у нас неубиваемые. А вот сзади для меня такой вот красивый бар. Он ночью очень красивый, он так голубым так светится. Он так и называется, голубой бар. Но это никакого отношения не относится. Потому что по-испански голубой это марикита. Марикита, поэтому. А Макондо. А нет, смотрите, мы еще Макондо назвали. Наверное, поменялся, значит, этот хозяин. Вот тут ночью классно, мне вот этот бар больше нравится. Ну тут, видимо, как романтичный просто народ, а тут все-таки молодежный такой. А нет, там блюбар. А, их тут несколько. А там блюбар написано. Видите, такие продаются эти. Это на каких языках говорят? А сегодня на работу 18:00. А нет, это у них футбол сегодня. Или был вчера. Нет, это сегодня. Нет, не понимала бы. Вот так. Вот там у нас это. Господи, караоке. Я туда ходила, как-то вам видео снимала. Вот, кстати, я не знаю, открыт он не открыт. Но если он будет открыт, заходите, там так весело, классно. Мне там очень понравилось. Там много народа всегда. Вот он такой бар. А это тут, по-моему, какой-то ресторан. Ресторан. Тут каждый год рестораны меняются. Так, место для черенгита нашли. Поставили сюда. Ну правильно, почему? Предприниматели не должны страдать. Я хочу, знаете, такой напиток, который со льдом. Сейчас я себе куплю. Гранитас, по-моему, называется. Сейчас поближе подойду, посмотрю. Там с разными вкусами. Блин, я хочу. Ну ладно, я же много ходила. Не страшно, можно попить. А там можно без сахара взять, если там есть без сахара. Да сейчас все уже стало без сахара. И кока-колу мы когда пьем, она уже вся идет без сахара, так что. Видите, все нашли место, все устроились, слава богу. Супер. Ну ничего, я надеюсь, что скоро вся эта фигня закончится с этими. Я про волны говорю. Я наконец смогу нормально плавать. Но я уже плавала 3 раза. Один раз я пошла и смотрю, у спасателя висит желтый флаг, а море такое было спокойное. Я думаю, что это такое? А потом, когда зашла уже поплыла, смотрю, там было столько медуз, это, блин, как я такое выбралась. Ну, так вот, вот оно веселье. Это не тут есть тропикал, видите. Мороженое я вообще не хочу. Не хочу. Я взяла тропикал. Но оно не сладкущее, такой приятный вкус. Зато посижу немножечко. Посижу. Ну как впереди там, блин, столько народ еще. Странно, почему? Мы же не доехали еще до центра-то Испании. Там Аликанте показали, вообще ничего нету. Народу. Это весь народ у нас почему? Не знаю, народ еще много вообще. Какая я молодец все-таки, что я пошла погулять. Боже, меня надо пинками из дома выгонять. Что это вот за характер у меня? Вот сижу и сейчас думаю, ну зачем я все дома сижу? Вот что так весело. Такая вкусняшка. Оно вообще не сладкое. Вообще такое, такой приятный
кисленький вкус, вообще не сладко, может сколько угодно пить. Я ж все боюсь, что там сладко сильно. Буду тут смотреть на молодых. А мне нравится и на женщин смотреть, и на... Вообще на народ нравится смотреть. Мне все равно. И на молодых, и на всяких. Мне вообще нравится, когда они поют, радуются. Это так классно, когда люди радуются. Я так на... Вот у меня вот такого вот нет, чтобы я вот... Как бы... Есть такие люди, которым не нравится, когда человек радуется. А мне нравится. Нравится, очень нравится. Из позитивного, смотрите, здесь транспорт стоит. Видимо, они рано утром или может ночью. Ночью все-таки что-то ремонтируют. Видите, здесь насыпь какую-то насыпали. Вот тут насыпали. А смотрите, если они так все насыпают, так может и восстановят. По чуть-чуть сыплют. Тут видите, вот гравий они возят и сюда сыплют. Ну, в общем, смотрите, парус. Блин, парус одинокий. Видите, вот какие камни навезли. Вот. Ну вот, смотрите, сколько народу. Да. Ну ладно, все. Вот там детский городок такой, ну он там платно. У него покупаешь билеты, на катере туда везут. Так, народище там много, я сюда не пойду. Я потому что Леша завтра опять уезжает на неделю. Надо ему чемодан собирать еще в дорогу. Надо ему сделать амбургесы. За булками надо зайти в магазин, ведь это сами у меня есть дома. Такие булочки специальные надо купить. Дорогу соберу. Еще что-то напиток надо какой-то ему купить, чтобы попить и водичку еще. Не знаю. Я всегда Лешу собираю, всегда ему кушать собираю. Все. И чистое белье, и все. Я не понимаю. А для чего тогда жена-то я? Я вообще вот этого не понимаю. Что это такое? Смотрите, как парус. Не, посмотрите, как ее мотает. Не, я там не смогу. Конечно, это мне там плохо сразу стало. Я хотела, конечно, ну это, не знаю, если только таблетку выпить. Чтобы он как ее прям болтает. Ну ладно, до свидания. В общем, я вам показала состояние пляжей. До свидания. Пишите комментарии. Так, наверное, длинное видео уже получилось. Я тут зашла в такой классный магазинчик, новенький у нас. И вот мне 39-й должны принести. Вон, принес мне 39-й. Суперский магазин. Классно. Я вам что-то из платья себе купила, что-то не купила. Жарко в этих уже. Надо летнее купить. Так, в общем, я купила. Купила 19 евро. А сейчас у нас уже скидки пошли. Со следующей недели пойдут скидки. Ну там они просто товары начинают прятать и все. Так что я боюсь, скидки пойдешь, и ничего уже все будет спрятано.